В Охотском море у берегов Камчатки потерпел крушение автономный траулер «Дальний Восток». Жертвами трагедии, по разным данным, стали от 43 до 53 человек. Еще 26 числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. Всего на судне было свыше 130 человек. Большая часть россияне, остальные иностранцы из Мьянмы, Украины, Литвы и Вануату. Причиной крушения траулера могла стать ледовая обстановка, сообщает в МЧС. В настоящее время к поисково-спасательной операции в районе трагедии привлечены почти 800 спасателей, вертолеты и 26 судов.